Добрый, 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 добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Давайте проверим качество связи. Так, как слышно? Простите, сегодня без камеры. Немножко приболел. Ну, все хорошо. Прошу прощения за то, что вчера не смогли выйти в эфир по техническим причинам. Но сегодня, друзья мои, мы здесь, мы с вами. И у нас есть буквально несколько минут до того, как мы начнем наш фантастический вебинар, потому что это будет первый вебинар, который посвящен непосредственно нашей новой стратегии, друзья, поэтому сейчас все приглашайте всех партнеров, всех знакомых во всех социальных сетях, все чаты, группы Вики, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Skype, что еще у нас есть, пожалуйста, приглашайте, потому что я смотрю, что в комнате еще у нас достаточно места, и надо бы это место количество сократить. Так, я вижу, что у нас есть десяточки. Это значит хорошо. Слышно, хорошо. Привет из Турции, из Италии. Хорошо, Казахстан. Здравствуйте. Так. Супер замечательно. Да, друзья, простите, сегодня просто немножко мне Ай, надо подлечиться, и все будет хорошо. Добрый вечер, приветствую всех. Здорово. Берлин, Казахстан, Италия, Португалия, Литва, все с нами, друзья, очень хорошо. Поэтому давайте не терять времечко. И пойдем, 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 пригласим, 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 чтобы у нас сегодня была полная комната. до полной комнаты еще, я вижу, место есть. Так, Иркутск, здравствуйте. Звук, скорее всего, есть у всех, Раиса. Если вы спрашиваете, то вижу десяточки, значит, звук есть. Алекс присоединится буквально вот-вот. Доброго, доброго, доброго. Здравствуйте. Звук отличный. Хорошо. Спасибо большое за комментарий. Южная Корея. Добрый вечер. У вас, наверное, уже ночь. Да, действительно, доброй ночи. Да, очень большая разница во времени. Слышимость отлично, хорошо. Владикавказ. Добрый вечер. Израиль. Здравствуйте. Как много нас и как много новых стран, как много старых стран. И самое главное, что здесь все. Латвия. Добрый вечер. Казахстан. Здравствуйте. Алматы. Добрый вечер. Так, Якутия, замечательно. Всем добрый. А Игорь, вот Алекс ты что, ты приболел у нас немножко? Да, я немножко приболел, поэтому без камеры, простите. Хорошо, нельзя болеть, давай выздоравливай. Все, отключайся, я на месте, погнали. Подгружай сразу презентацию и начнем, и начнем двигаться вперед. Так, ну что, Вижу Астану, вижу Италию, Санкт-Петербург, Грецию вижу. Сильно много не будем затягивать. Бангладеш тут, вау. Так, ну что, давайте мы с вами сегодня проговорим то, что будем мы сегодня показывать. Друзья, дело в том, что мы с вами запустили сейчас или почти запустили через 9 дней у нас запустится невероятная такая пушка, которую мы долго-долго с вами подготавливали. Наша ультима, которая, она побьет все рекорды, я абсолютно в этом уверен. Давайте я коротко проведу презентацию, я знаю, что она нужна вам и, конечно же, всем, кто интересуется нашим проектом. Вы, я думаю, будете абсолютно мега удивлены самым крутющим образом, который только возможно в нашем бизнесе. Дело в том, что мы на рынке 7 лет. И все эти 7 лет мы готовились, мы разрабатывали, мы шли именно к этому моменту, который наступит через 9 дней. Друзья, мы создали с вами абсолютно уникальный проект, абсолютно уникальную технологию и абсолютно уникальный токен. Все мечтают зарабатывать на на блокчейне все мечтают зарабатывать на криптовалюте. 95 процентов всех, кто мечтает и пытается, они, к сожалению, улетают в трубу. И мы долго, долго пытались взломать этот Давинчи-код, взломать код, который посылал в, в рынок биткоин. Много у нас тоже с вами подходов и попыток было, и вот оно свершилось. Мы наконец-то, я абсолютно уверен вскрыли формулу успеха успешной криптовалюты успешного токена давайте я вам сейчас продемонстрирую это в презентации я уверен что после этой презентации у вас в голове будет слово только одно слово и это слово вау это абсолютная какая-то феерия поэтому давайте начинать проверим слышно или видно так, вон, уже вау полетели. Дело в том, что мы переходим абсолютно в новую плоскость ведения бизнеса. Сейчас нужно, чтобы каждый человек, который заходил в наш проект, он должен понимать, что самый основной упор – это, конечно, бизнес-составляющая, ультима бизнес, -составляющая, business, поэтому так и называется. Короткий дисклеймер, который объясняет, что мы следуем всем правилам законодательства, Законодательства и три темы, которые интересуют всех. И всегда, практически в каждой культуре, в каждой стране, в каждом языке, да, в языковом регионе, это как заработать деньги, как сохранить и как приумножить. Мы очень долго этой тематикой с вами занимаемся. Мы понимаем, что самые большие деньги – это в технологиях, которые действительно меняют не только нашу жизнь, а в жизни миллионов людей, такие как интернет, такие как смартфоны, компьютеры и тому подобное. Но здесь есть одна фишка, да, одно «но». На этих технологиях зарабатывают э, создатели, да, обычные пользователи пользуются интернетом. И что? Э, пользуются смартфонами. И что? Ну вот, есть у вас у каждого такой смартфон. Что вы на нем денег начали зарабатывать? Или да просто все по инстаграмам сидят, время свое последнее свободное дотрачивают. Также компьютеры и социальные сети вообще стали… Просто какой-то губительной ямой для большинства людей, потому что они туда просто все свое время сливают, и тому подобное. С блокчейном по-другому, блокчейн. Это та технология, с которой, если вы занимаетесь, да, там не получится сидеть бесконечно в, в сети, там смотреть какие-то картинки или еще что-то. Это технология, которая является естественным продолжением денег, да, это дигитальные цифровые валюты, особенно сейчас в России уже приняли закон, уже начали внедрение дигитальных, да, CDBC, как говорится, цветные деньги их там прозывают ласково в народе, что, что не есть хорошо на самом деле. Сейчас начинают уже переводить на цифровые эти деньги и студентов, и пенсионеров, и тому подобное, да, и бюджетников, и тому подобное. Я говорю о том, что это уже не будущее, это уже что ни на есть настоящее. Европу под это уже готовят. Китай, Америку, Канаду, Австралию и Израиль, они все к этому придут. Да? Россия просто стала первой, в конце концов, все на цифровые деньги перейдут. Нужно сейчас начинать раз, разбираться, что же такое блокчейн. Блокчейн – это очень просто. Представьте, что человек или организация хочет передать свои какие-то активы от точки А в точку Б. Раньше этой задач, эту задачу выполняли какие-то посредники, банки, там, брокерские конторы там, или еще что-то, обменники и тому подобное. Сейчас в, данной, в данном конкретном случае эту задачу перенимает блокчейн, да, когда уже не нужны никакие посредники, все можно сделать через данную инновационную технологию. Блокчейн – это уже сейчас всем понятная вещь, что это, это максимальный шанс, такой же, как когда-то нам дал интернет. Такой же, как, который позволил очень многим людям очень быстро, очень хорошо и очень много заработать. Который взрастил такие компании, как Google, Facebook, Amazon и тому подобное. Представьте, выключить интернет, эти все компании сразу же исчезнут. Я об этом говорю. В интернете сейчас 4,4 миллиарда пользователей. В то время как в блокчейне всего лишь, неправильно здесь переведено, 50 миллионов пользователей и 350 миллионов кошельков. Игорь, пожалуйста, отметь, поправь. Просто, видать, где-то ошибка закралась. 50 миллионов и 350 миллионов кошельков. Также вы можете здесь увидеть, что 50 миллионов слева вы видите это показатель того, что до миллиарда пользователей, а в интернете целых 4 миллиарда, еще очень-очень далеко. Несмотря на это, достаточно большие компании уже сделали свои первые шаги в открытии блокчейна для себя через метаверс, метауниверзум, Meta да, или через NFT, через маркетплейсы, через блокчейн, собственные проекты и тому подобное во многих сферах бизнес-деятельности. Мы, в свою очередь, уже тоже занимаемся тематикой блокчейна с 2016 года. Мы принадлежим к таким динозаврам. Вы можете увидеть, что за последние 7 лет, которые мы находимся на рынке, мы уже дали всевозможные подтверждения технологии и бизнес-концепции нашей нашей комьюнити. У нас около 2,8 миллиона пользователей. И, конечно, наша идея – это создать самую широко и массово используемую дигитальную, дигитальную валюту с своей собственной экосистемой, в которой эта валюта принимается и, и используется меня зовут Алекс Райнхарт я идейный вдохновитель все за все эти семь лет каждый каждый ну и фаундер конечно за эти 7 лет практически каждую неделю каждый месяц вживую я с вами через мои голосовые сообщения очень долгое время вообще мы общались с вами каждый каждый день я на больших интернациональных сценах ну и в принципе, на обложках вот, книгу выпустил тоже «Стань номер один» и тому подобное. Я думаю, что все меня прекрасно знают уже за эти много-много лет. Э, наша задача – это создать глобальную экосистему, в которой э, Ultima Token, который базируется на децентрализованной смарт-блокчейне, можно использовать с такой целью, чтобы сохранять, зарабатывать и приумножать, да, чтобы решить эти три главных вопроса. Почему именно блокчейн? Потому что это абсолютно децентрализованная история, да, которая. Почему именно смарт-блокчейн? Ну, во-первых, это децентрализация, во-вторых, это безопасность, в-третьих, это смарт-контракты. Смарт-контракты это контракты между определенными. Ну, контракты для произведения всевозможных сделок и операций в, в децентрализованной сети без посредников да. Это все автоматизированная история. Поэтому мы и используем смарт-блокчейн, нам от смарт-блокчейн в принципе нужны несколько вещей, такие как децентрализация, такие как смарт-контракты, такие как безопасность, защищенность и, конечно, что можно создавать приложения, токены и, самое главное, пулы ликвидности. Почему это все нам необходимо, я расскажу чуть попозже. Мы выбрали именно или мы запустили смарт-блокчейн именно потому, что а эта система очень э, конкурентоспособная. Частота, э, частота транзакций, частота блоков происходит 3 секунды, если мы сравним с биткоином, 10 минут, который требует, или там, с эфиром, который 10-19 секунд, секунд, или лайткоин 2,5 минуты, то мы достаточно быстрые. Да, смарт-чейн э, Binance тоже быстрый, но мы опережаем в количестве транзакций, целых 2000 транзакций в секунду. Биткоин 7 транзакций, эфир 25, БИНАНС 100, ну а Лайткоин всего лишь 56. Здесь очень важно понимать, что токен это не просто какое-то решение. Токенов много на рынке, там десятки и десятки тысяч. Токена, даже сотни тысяч токенов почему именно Ultima должна стать тем токеном который покорит весь мир добьется отметки 100 тысяч долларов и в который в который придут комьюнити свыше 100 миллионов пользователей да 28 миллионов у нас уже есть но это всего лишь 2 процента там почти 3 процента от того что мы хотим и того что нам нужно и э, здесь очень важную роль играет именно направленность монеты. Мы делаем из нашего, из нашего токена, э, из ультимы, так называемый гипердефляционный токен. Что такое гипердефляция? Дефляция э, ⁇ это вообще термин, когда чего-то становится меньше в рынке, э, спрос на него тем самым повышается и тем самым растет цена. Именно неважно сейчас там товарное или это денежное взаимоотношение, нам главен только принцип. Чего-то становится меньше на рынке, да, дефицит увеличивается, все, что в дефиците становится автоматически, получает более, больше, более высокий спрос и становится дороже. Вот на этом вот в принципе мы и строим всю систему ультимы. И теперь мы определили четыре фактора, на которых этот, эта гипердефляция, этот супердефицит будет выстраиваться. Во-первых, очень сильно ограничили количество монет на рынке. Если у биткоина 21 миллион, то здесь всего 100 тысяч. Дальше очень сильно ограничили количество монет, которые каждый день выходят на рынок. Да, если у биткоина это 900 монет в день, то у нас 50 монет в сутки, да, в каждые 24 часа. Также ежегодное уполовинение монет, значит, сейчас выходит 50, через 5 месяцев будет выходить 25 монет в сутки, представляете, в два раза меньше. Что произойдет с ценой? Соответственно, вы уже начали чувствовать, что с ценой начнет происходить и начнет расти. И, конечно, потом через год, через 360 дней, потом с 25 на 12, потом на 6, потом на 3 – это вообще одна монета. Одна монета в сутки, возможно, на комьюнити в 100 миллионов. Какая будет цена? Ну и, конечно, мы еще добавили туда хорошенько такого. жару. Это 3% за каждую транзакцию тоже изымаются из сети и убираются где-то на 50 лет они там замораживаются в отдельном хранилище, что никто не может до них добраться. Тем самым, тем самым, чем чаще монета используется, тем больше, чем больше комьюнити, чем больше движения, тем больше монет все время забирается, забирается, забирается из сети и замораживается на 50, на 50, на 50 лет. Представляете, это просто невероятно. Итак, в чем же у нас с вами новинка, в чем же изобретение, чего ж такого на рынке нету, что мы привнесли, и все теперь говорят, вау, как круто, но что же это такое? И это так называемый делегированный пул ликвидности. Пул ликвидности, они уже известны много лет, с того момента, как появились децентрализованные биржи на рынке, это когда, когда в децентрализованной бирже Пользователи наполняют ликвидностью определенный смарт-контракт, и из этого смарт-контракта монеты заходят, выходят и происходит торговля на рынке. Кто-то наполняет пул ликвидности, кто-то опустошает, потом снова наполняет, ну и тому подобное. Мы придумали здесь новинку в чем? Обычно этот пул ликвидности кому-то все равно принадлежит. Обычно он принадлежит там, децентрализованной бирже или создателю. В конце концов, очень много есть случаев, когда ну, такие пулы, они просто потом растворялись в воздухе, и вся ликвидность пропадала, потому что приватные ключи в конце концов оставались там у создателей. Наша задача была в том, чтобы сделать этот пул абсолютно децентрализованным, независимым, и чтобы никто оттуда ничего… Не мог взять Никак, ни какой-то человек, ни какая-то компания, ни какой-то посредник, никто, кроме тех людей, которые имеют на это право. Таким образом, мы передали полностью управление этим смарт-контрактом, этим пулом ликвидности, который это такой адрес в виде кошелька, который просто наполнен монетами и его управление передано самому блокчейну не какому-то человеку, не какой-то организации, а самому блокчейну. А блокчейн-машина делает так, как нужно, без всяких фокусов. Второй шаг ⁇ это то, что пул ликвидности всегда нужно наполнять той самой ликвидностью. Тут опять вступают в игру пользователи, и они заключают специальный смарт-контракт, специальный договор с пулом ликвидности, что если они будут его наполнять монетами, ультиматокенами, то пул ликвидности будет в автоматическом режиме давать им вознаграждение. Да? Но, но сделка такова, ты принеси мне много и сейчас. И я это заморожу на 50 лет у себя. Тем самым сделаю дефицит на рынке и повышу цену. И сделаю больше спрос, и комьюнити вырастет. А я тебе буду выдавать мало, но навсегда, да, пожизненно. Вот сколько ты будешь ходить, ты будешь ходить, дети твои будут ходить, внуки твои будут ходить, правнуки будут ходить. Я всем буду выдавать вознаграждение за то, что ты положил в меня э, вот эту ликвидность, эти монетки здесь и сейчас и много. Да? Договор такой: здесь и сейчас много даешь в пул и получаешь долю, но пожизненно, да, на всю, на протяжении всей жизни. И причем на ежедневной основе. Это самая самая крутая вещь, что каждый день можно ходить, как чай себе завариваете, кофе, да? Вот прежде чем кофе себе заварить, заберите денежку из пула ликвидности. Таким образом, но есть еще четкие правила, потому что здесь должна быть сохранена еще экономическая модель. И четкие правила заключаются в том, что пул выдает неважно, сколько людей к нему приходят, как часто, пул выдает всего 50 монет в день. Вот хоть ты умри, но ни, минут, ни, ни, ни одной монеты больше. Придет один человек, значит, один получит все 50 монет. Придет миллион человек, значит, 50 монет разделят на миллион, и каждый получит там 0, 0, 0, 0, 5. Вот, да, он четко делится, монеты не увеличиваются, они все время уменьшаются и делятся на количество людей, которые при за вознаграждением. У каждого человека, который приходит за вознаграждением, есть специальный сертификат, который говорит, я имею право получить вознаграждение, отдай его мне прямо сейчас. Это так называемый сплит. Сплиты ⁇ это, это доли от этого самого вознаграждения, которые, на, ко на которые равными частями это вознаграждение делится. Да, если, например, у нас 50 монет выходит, один сплит в сети, значит 50 делим на 1 человек получает все 50. Если 5 сплитов, значит 50 делим на 5, каждый получает по 10. Если условно, если 50, например, таких долей, значит 50 делим на 50, каждый получает по одному токену и тому подобное. При этом деление происходит абсолютно автоматически и начисление происходит абсолютно автоматически, при этом за, 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 за Приходить за вознаграждение можно хоть каждый день, хоть каждую неделю, но не хотите вы каждый день ходить, но некогда вам. Приходите каждую неделю, не хотите каждую неделю, приходите каждый месяц, не хотите каждую неделю, приходите месяц, приходите каждый квартал или год. Да? Вы, как, неважно, вы придете, покажете ваш сертификат, неважно, сколько до этого времени прошло за это все время, вы получите ваше вознаграждение автоматически, без всяких посредников, помех или рисков, что вы... Его не получите. А вы однозначно, однозначно его получите. Здесь очень простое правило. Чем больше у вас сплитов, соответственно, тем больше ваше вознаграждение из пула. Именно поэтому нужно иметь как можно больше сплитов. Сплит что такое сплит? И почему вообще? Да, сплит это доля, да? сплит это как бы разделение. Да? На английском и на немецком сплит это значит разделять, дробить. Вот. И Сплит это тоже токен, такой же, как и Ultima. Просто он не залищен на биржах, не залещен на CoinMarketCap, и на реестрах. Он просто цельный и является, и является сертификатом: Смотри, smart блокчейн, дай мне Ultima. У меня есть право. Да? Почему именно токен? Дело в том, что это тоже гениальное решение, в том плане, чтобы. Ну, представьте, эта модель рассчитана на сотни лет. Через сотни лет меня не будет, компания, не знаю, будет кто-то ей другой будет управлять, да, там, может быть, какие-то мои потомки или еще что-то, или вообще она ее кто-то перекупит, или неважно. Но что будет потом, никто ж не знает. А сплит, он точно так же, как и Ultima, децентрализованный на блокчейн, он находится в вашем распоряжении, и вы им владеете. Если вы захотите передать его по наследству, продать, подарить, Просто кому-то занять в долг или еще что-то, вы можете просто передать эти монетки другому человеку, и автоматически этот человек будет вместе с вами получать свою уже долю от пула, понятно, в том количестве, в котором вы отдали. Если у вас было 5, вы отдали 2, значит он будет получать 2, а вам осталось 3, вы получаете 3. И это очень крутой инструмент. Следующий пункт, который неимоверно, да, неимоверно и, имеет влияние на рост цены, на рост спроса и вообще придает данной модели просто невероятную какую-то такую магию, это, конечно, халвинг. Халвинг – это уполовинивание предложения на, рын, на рынке, которое каждый день поступает. Да? ежедневно мы говорили, что 50 монет приходит на рынок. 50 сегодня, 50 завтра, 50 послезавтра и на всех делится. Но теперь халвинг – это такая автоматическая система, которая каждые, так, если мне не изменяет память, 10 миллионов блоков, ну, это уже техническая вещь, да, каждый год, каждый год говорит системе, вот вчера было 50, а вот прошел год, сегодня 25. А если еще год прошел, то уже 12. А если еще год прошел, 6. А если еще, то 3. А если еще, то 1. И все. до да? Халвинг – это... Это просто система, которая за следующие четыре с половиной года, до да, почти 5 лет, должна, должна сделать так, что на рынок поступают не 50 монет, а одна. При этом все эти четыре сейчас с половиной, почти 5 лет, мы будем расти просто, ну это просто неимоверная будет скорость, и вы увидите цифры, в которых у вас будет гружиться голова. И здесь нужно просто научиться работать с халвингом. <coughs> Халвинг это специальная технология, это специальная стратегия, с этим не шутят, не играют здесь четко нужно работать. Поэтому это и называется ультима бизнес. Это не игрушки, это, это не рулетка, это не казино, это конкретная сильная стратегия, которая заложена в конкретные математические уравнения, и если вы им следуете, вы получаете конкретный результат. Поэтому здесь нужно четко этому следовать. Так, это я назад сделал. Значит, почему халвинг? Почему халвинг такая сильная вещь? Потому что монет становится меньше, дефицит становится больше, ажиотажа становится больше, курс начинает шарашить, да, по-русски скажем, очень серьезно расти. Чувствуете, да? Поднимается э, такое волнение, напряжение у вас, что как монет становится меньше, людей становится больше, ажиотаж повышается, цена начинает расти, у всех начинает кружиться голова, и они начинают просто э, покупать, 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 потому что завтра будет дороже. Вот вы сейчас смотрите на цену, думаете, о, какая дорогая, 7 тысяч. Но вы не понимаете, что неделю назад она была 4000, а еще через неделю она будет 10, а еще через месяц она будет ну, там 15, 20, может там, через год она будет там, 50, 100. И вы, и вы когда вы увидите там, отметку там, не знаю, там, 20 тысяч или там, 50, вы будете смотреть на эти 4 и думать, блин, что ж я не купил-то раньше, почему я это все не сделал раньше, почему я сейчас этим всем занимаюсь. Так вот, раньше это сегодня. Раньше это сегодня. Сегодня вы видите первую презентацию, и у вас сейчас неимоверное преимущество по сравнению все, со всеми этими 100 миллионами людей, которые сейчас придут и будут получать одну монету и будут радоваться. Потому что эта монета будет стоить космос денег одна. А вы сейчас на той стадии, когда мы запускаем столько через 9 дней. И вам нужно сейчас сфокусироваться, понять, что вы действительно пришли в компанию и в продукт, который способен принести вам невероятные результаты. Но только если вы будете правильно себя вести и делать все по правилам и стратегически. Отбросите все эти мысли, все эти сомнения и тому подобное, потому что можно 10 раз сомневаться и не верить, но теряет тот, кто не успевает и пропускает шансы и в конце концов все равно он приходит только обязательно потом уже по цене 10 20 30 40 50 или 100 тысяч и потом жалеет что он не э, не зашел не забывайте биткоин тоже когда-то стоил 10 центов а сейчас 28 да или там 26 или 30 Вы должны понимать и он не будет уже стоить 10 центов никогда поэтому здесь эту систему вам нельзя упускать Итак, как же нужно получать эти заветные ультима токены? Есть три пути, три ровно три. Это вы можете покупать, торговать на бирже, вы можете получать сплит вознаграждения или вы можете заняться действительно ультима бизнесом и сможете очень большое количество монет просто заработать. Да, очень часто э, вам будут говорить во всех э, во всех пабликах, форумах, что, друзья, время криптовалюты это Особое время, потому что сейчас криптовалюта э, очень дорогая, и зайти в тот же биткоин, ну, поймите, все это уже не работает, майнинг не работает, все ICOшки не работают, все эти аирдропы и тому подобное тоже не работают, трейдинг не работает. Да? Куда идти, где развиваться? Поэтому биржа ⁇ это второстепенный такой... Э, такой второстепенный такой вариант. Причем здесь нужен конкретный опыт, многолетний. Желательно 2-3-5 лет, чтобы у вас было, тогда вы имеете реальные шансы с биржей что-то сделать. Сплит вознаграждения – это где вообще не нужны никакие, преиму... никакие такие -то премудрости и знания. Здесь можно просто, нужно просто вовремя сделать правильные шаги и потом, как я вам уже рассказал, пользоваться ими ну, практически всегда. Бизнес – Бизнес, мы о нем тоже поговорим, это возможность за счет ваших активных действий приумножать количество ваших токенов. Очень часто просто нет денег. Вот нет денег, и все. Есть там 100 долларов. На 100 долларов кашу не сваришь. Да, даже, вот представьте, у вас день рождения. Вы на 100 долларов даже день рождения себе не отметите. Нормально. Понимаете? Ну, невозможно. Это просто у нас сейчас мир такой, рынок такой, деньги такие. Поэтому нужно выстраивать. Как выстраивать? дело в том что в нашей компании э, есть некоторые специальные инструменты с помощью которых вы можете начать получать эти вознаграждения за сплиты вы можете их получать и также на этом еще дополнительно зарабатывать во-первых есть сплит лицензия это дает лицензия дает вам право право напечатать сплиты на блокчейн определенное количество контракт дает вам техническую возможность напечатать эти сплиты ну и ежедневные вознаграждения это уже тот бонус, за который все охотятся, когда вы уже у вас есть и право, и у вас уже есть и сами сами сплиты, и вы теперь можете наслаждаться. Коротко объясняю: когда люди покупают сплит-лицензию, на блокчейне высвечивается запись. Да, появляется запись, что, друзья, вот этот кошелек имеет возможность напечатать вот столько-то сплитов, и не больше, но и не меньше. Да, это как предрезервация. Представьте, вы э, э, зарезервировали, ну не знаю, там, 4 кресла в самолете. Да? Ни больше, ни меньше. Вот четыре кресла вы можете купить, вы их зарезервировали. Вот. Точно так же это и лицензия работает. И теперь вступает, чтобы, чтобы эти сплиты забрать, их нужно создать. Созданием сплитов занимается блокчейн сам. Их, их до того, как вы их создаете, их нету. Вам нужно именно ваш токен, вашу ликвидность туда послать. Видите, стрелочка пошла раз. И вы передали ваши ультимы в, 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 в пул ликвидности, и они там заморозились на 50 лет. И за это вам блокчейн раз, и начислил сплит-токены. Все, вы теперь. В, в распоряжении. Сплит-токенов можете ходить и стучаться к блокчейну каждый день. Отдай мое вознаграждение, и он отдаст. Поэтому вам нужно просто понять одно: чем больше у вас сплитов, тем больше токенов Ultima вы получите, ну и, соответственно, тем больше денег вы можете зарабатывать э, на, на любом курсе, на, на, на растущем, на падающем. Потому что даже если вы продали, продали на, на, на падающем курсе, то завтра вы снова к нему сходите, и послезавтра вы к нему сходите, и на следующей неделе, и на следующий месяц. Это очень крутой инструмент того желанного пассивного вечного дохода, который все мечтают, никто создать не может потому что не понимает, что его делать, и он, возможен только на блокчейне. Теперь нужно понимать, как же нужно сплиты получать. Да? У нас есть продукты, это сплит-лицензия и сплит-контракт. Это два отдельных пакета, которые отдельно друг от друга покупаются и оплачиваются. Первая – это лицензия. Она указывает на возможный лимит, да, сколько вы сплитов можете получить. И э, сам контракт. контракт, который говорит вам, сколько конкретно сплитов этот контракт способен создать. Ну, в данном случае в пакете Lite лицензия даст вам максимально ячейку там, для одного сплита, лимит ваш, да, ваша, ваша, ваша граница, да, ваше ограничение. И контракт здесь включается, который способен физически создать только один сплит, не больше и не меньше стоит, это суммарно 220 евро. И стоимость сплита получается, да, 220 евро. Как мы посчитали? Ну, мы, вы потратили 220 евро, 220 евро. Получили один сплит, один. Значит, один сплит сколько стоит? 220 евро. Да, все просто. И теперь мы смотрим на разные пакеты, которые нужно, можно отдельно покупать и можно даже как-то комбинировать. Самые интересные, конечно, начинаются от тысячного от, от от и выше, потому что там начинает, технология производить больше на порядок больше сплитов чем маленькие пакеты даже если вы их сложите ну например возьмем э, пакет light за 110 евро да если вы там купите условно ну условно вы возьмете за 110 э, умножите на 10 будет условно 1100 но там будет 10 сплитов а тут-то 15 Понимаете, на 50% практически больше сплитов. В, в 2000 там, уже не 30, да, там, не 20, а уже 40. В плюсе уже 100 сплитов, 100. Ну и в больших, конечно, там уже начинается самое приятное. Там и 500, и 2000, и 3, и 10, и 100 тысяч сплитов. Вот в самом большом пакете, представляете, 100 тысяч сплитов. Стоимость сплита уже становится не 220 евро. 11 евро. Его стоимость очень серьезно растет. И сейчас начинается самое сладкое. Дело в том, что ровно через 9 дней запустится легендарная промоушен. Вы уже видите, 6 дней осталось. Это не от сегодняшнего дня, а от 1 сентября. Что это значит? Видите, оранжевое, оранжевое число. 15 плюс 60. Это говорит о том, что эта промоушен дает вам лимит, э, ваше ограничение теперь не, не на 15 сплитов, а на 75 это 15 плюс 60. Это гениальнейшая вещь, потому что на всю жизнь ну, вы сможете теперь навсегда увеличивать ваше количество контрактов без того, что нужно лицензии докупать. Вы экономите ну, практически в 5 раз э, ваш бюджет. И можете в 5 раз больше заключить контрактов, получить в 5 раз больше сплитов, сохраняя ваши денежки. Здесь э, про так вообще на 2000 сплитов. Тоже в 5 раз. Ну и соответственно, за 110 тысяч аж целых 50 тысяч сплитов. Представляете, это просто космос. <связанное> Давайте рассмотрим на примере сравнение. Да, Люди всегда хотят. Ну, давай я попробую, я попробую там на 110-евровом пакете и посмотрим, как пойдет. Не проблема. Пробуйте. Но вы должны понимать, что промо-пакеты они дают максимальное преимущество. Посмотрите на сравнение базового за 220, ну, именно вместе, и именно за 1100-евровый э, Basic промо пакет, который можно наполнять теперь не одним, таким же за 1100, а целыми пятью за 1100 без, докуп... без, до, э, без дополнительных покупок, дополнительных лицензий. Вы тут как минимум 4 с лишним тысячи экономите только на том, что лицензии не надо купать. И теперь мы должны с вами посчитать. Смотрите, как, как мы считаем. Вот купил человек за 1100, да, вот, например, вы купили за 1100 себе такую базовую промо-лицензию. И вам показывают в кабинете, что ваш лимит составляет 75 сплитов. Но сплитов нет еще, их нету. Сплиты дают только контракт, да, сплитов у вас ноль. Лимит 75, вы можете себе на, на, на создавать на блокчейне 75 сплитов, но у вас в кабинете 0. Почему 0? Потому что вам нужны контракты. И теперь вы можете выбирать, как вы можете эти контракты делать. Вы можете просто покупать пакеты по 110 или по 550. Да? Тогда вам нужно будет купить 75 пакетов по 110. Да, именно с контрактами. 75 умножить на, на 75 разделить на один сплит. Вот вам 75 сплитов заполнили. 75 умножить на 110. 8250 вы потратили. Не очень хорошо. Дорого. Теперь вы говорите, ладно, буду больше покупать пакеты. Но какими больше? Вы начали покупать по 550. Смотрите, 15 на 550. Опять 8250. Нет никакого преимущества, потому что преимущества начинаются только с равнозначных пакетов. Да, с, разно, с, разно, с равнозначных контрактов купили за 1100. За 1100 вот за 1100 и покупайте. Тогда вам э, понадобится купить всего лишь 5 и вы потратите 5500, а не 8250, и получите то же самое количество 75 сплитов, заполненных. При этом у вас вы, э, вы выиграли за счет промоушен. Сэкономили на лицензиях, и вы еще выиграли за счет того, что вы получили больше сплитов чем бы вы покупали по 110 и тому подобное. Поэтому нужно чуть-чуть подкопить, подсобирать и не покупать маленькие пакеты, а именно держать монетки до того, как у вас будет за 1100 пакет, чтобы у вас было больше сплитов. Вот, так, ну что. Поэтому и ваш сплит начинает стоить для вас всего 88 евро, а не 220. Это уже очень большое, большая экономия. Так, следующий слайд. Теперь давайте считать. Все говорят: ну посчитай нам, посчитай, как мы должны посчитать. Друзья, посчитать можно только, только на каком-то примере, да, принять какие-то условные числа, потому что вам придется, к сожалению, считать именно в моменте, потому что ваш расчет зависит от того, сколько сплитов в системе и какой, какой курс. Если курс сегодня 7, завтра 27, то расчет будет другой. Если э, сегодня сплитов условно, там, не знаю, там 10 тысяч, э, послезавтра 100 тысяч, то расчет будет другой. Да? Вы должны... У нас будет специальный калькулятор, и где вы можете подсчитывать там, каждый день забивать, и вам будет плюс-минус рассчитывать, сколько это будет э, вам сегодня при, приносить. Да? Но давайте да, при, 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 приподло... предположим, что у нас уже настолько развитая система. Сейчас у нас ноль, да, сплитов. Мы представим, что у нас миллион сплитов, да, вот просто миллион. выдаем 50, выдаются 50 монет каждый день. Значит, 50 делим на миллион сплитов, получается 0,000005 да, это получается тысяч. Это в день ультим токенов, ультима токенов в день. Теперь мы умножаем за один сплит. За один сплит. Теперь умножаем на 75 и умножаем на дни, сколько еще до следующего халвинга. До следующего халвинга у нас 150 дней. Правда, это будет чуть поменьше, там будет 120 дней, но это пока вот сейчас такая предварительная презентация. Значит, за эти 150 дней вы получите 0,5625 десятитысячных ультим. Умножаете на курс 10 тысяч, получаете 5600. Да? Скажете, ой, ну как, я же потратил 6600, а получаю 5600. Но, во-первых, или скажете, там курс какой-то не такой, да, не 10 же тысяч, ну, знаете, он сейчас уже 7200, и я думаю, что 1 сентября будет и 10, поэтому закупайтесь. 5600, да, вы, вы потратили 6600, но заработали условно там 5600 или там даже 4600. Но это за сколько дней? За 5 месяцев, за 4 месяца. Если следующие, следующие шаги это то, что халвинг происходит, и э, монет становится меньше. Значит, вы уже 25 делите на миллион, умножаете на 75 и умножаете теперь на 360 дней, потому что эти 25 монет будут капать все 360 дней весь год. И получаете 0,67 умножаете на 10. На 10 тысяч получаете снова 6700. Почему? Вы меня спросите, почему курс не вырос, халвинг же произошел. Ну, мы считаем по минималке, скажем так, я исхожу из того, что в сентябре у нас будет 10. Вот поэтому и считаем: а будет ли он 20, 30, 50 или 100, это уже все вам в плюс идет. Поэтому и вы считаете, что и вы считаете, что да. Попрошу полтора года, вы потратили условно 6600, заработали э, по минималке 5600 плюс 6700, но вы должны понимать, что теперь это навсегда. И курс ваш будет расти. Вы, вам не обязательно продавать. Возьмите эти 0,56 и 0,67. Это будет 1,000 с чем-то, да, 1,3. 1,3 будет 1,2 ультим, э, И сохраните его. И пусть он у вас дождется 100-тысячного курса. Или просто все, что приходит, начинайте накапливать. Не обязательно каждый день продавать. Сделайте себе стратегию. Половину откапливайте, половину продавайте. Половину копите, половину продавайте. Сделайте свою стратегию, сделайте свои расчеты. Не рассчитывайте только на наши какие-то там э -э разъяснения. У вас у всех есть калькулятор или телефон. Сделайте себе табличку и, и, и считайте, ведите. Деньги любят внимание. И, или, или, просто, э, или просто увеличивайте, увеличивайте, ваш пакет, или, потому что этими ультами, которые вы приходите, вы можете следующие, следующие промо-пакеты покупать. Да, если вы взяли, например, пакет за 11 тысяч, то у вас там 2500 сплитов. Умножаете на 150 дней, у вас 18 ультим падает. Умножьте это на 10 тысяч, вот вам 180 тысяч. Да, вы потратили 66, но э, какой, какой у вас приток? Дальше. Потом происходит халвинг. Да, 25 монет делится на тот же миллион, умножается на 360 дней и на 2500 сплитов. Вот вам 22 ультимы, которые к вам приходят. Пусть это будет даже половина от этого, все равно это будет выгодно. И не забывайте, вам не обязательно их продавать, потому что, потому что вы можете делать апгрейд. Увеличивать, если ваши сплиты приносят вам мало, вам не хватает, значит, нужно сделать апгрейд, нужно делать еще сплитов. Возьмите еще один пакет за 11, еще э, возьмите контрактов, там штук 5. Из, из того же, что приходит, оно же к вам приходит. Вот вам конкретно 400 тысяч, возьмите 400 тысяч, увеличите еще себе, возьмите себе еще лицензии контрактов. Если вам мало, если хватит, значит, просто выберите для себя стратегию. Или вы продаете, или вы держите до какого-то уровня и потом продаете. У каждого будет своя стратегия. Ну а те, кто титаны среди нас и сразу заходят, там, как минимум, на 110, и выше те, конечно, получив 50 тысяч сплитов, они видят совсем другие цифры. Здесь, конечно, один дисклеймер, то, что, да, только поправочка или оговорочка, конечно, нужно всегда исходить из курса. И очень важно для таких титанов, друзья, вы должны тоже обучаться именно и продажи не так, что вы выходите и вываливаете все на рынок, рынок в какой-то момент в воскресенье ночью придете там в полночь и начнете там распродажу, понятно, рынок может где-то не выдержит, поэтому вы аккуратненько ставите свои ордера и продаете, продаете, еще раз нет никакой спешки, это История на много, много, много лет. Понятно, каждому хочется там вернуть свое, быстро вытащить, а кэшится еще раз. Нужно к этому подходить как бизнесмен. Бизнесмен не инвестирует в компанию и потом, как только компания начала приносить первые деньги, он ее просто всю вычищает до, до последней этой. Ну, компания не выдержит так. Нужно подходить грамотно и понимать, что. Эта история может принести вам очень большие результаты, очень большие ресурсы, но все зависит от вашей стратегии. Если вы будете варварски относиться к своей, к своей стратегии, ну значит у вас будет результат не такой хороший. Если вы будете все продумано, размеренно, стратегически все делать, у вас результат будет намного лучше. Ну и опять же очень важно, что с когда у вас есть, даже если вы все монеты продали, и вам уже надоело их черпать, и вы не хотите их уже продавать, и уже устали кнопку жать и, и набивать карман, устали, хотите выйти, то у вас будут сплиты, которые имеют определенную стоимость, которые вы также сможете на рынке продать другому пользователю через P2P и тому подобное. И, соответственно, еще на этом последний раз заработать, да, такое последнее какие, выходное пособие. Очень часто вопрос встает, а что лучше, купить и держать или получать сплиты и получать там ежедневные вознаграждения пожизненные. Ну, смотрите, друзья, дело в том, что биржа – это всегда такая вещь. Да? Во-первых, вам нужно искать точку входа, точку выхода. Вот сейчас вам легко точку входа найти, потому что мы в самом начале, в самом низу. А когда мы будем ну, на отметке 40 тысяч, то вам… Очень сложно будет определиться, а стоит входить или еще подождать. А может, он не упадет никогда. А может, он вырастет потом на 100 тысяч, и вы пропустите этот момент. Да? Это все такие вещи в бирже. Плюс, может быть, волатильность, может быть, может так получиться, что это вообще будет ваша разовая сделка. Зашел, вышел, больше не можете найти точку входа, боитесь и тому подобное. И опять же, тут нет пассива. Вам реально придется держать монеты, ничего не зарабатывая на них. Да, потому что вы просто их держите. И э, возможно, потому что золотые правила, я с ними позже познакомлю, возможно, даже целых 3, а то и 5 лет вы должны на это нацеливаться в то время, когда э, и вы становитесь просто трейдер, трейдером, да, вы, вы начинаете играть на биржах со всеми рисками, которые вытекают. Со сплитами все просто. У вас идет пожизненный доход в монете Ультима которые вы можете ежедневно забирать. Тут про ежедневно очень важную вещь тоже нужно учитывать, что там в системе есть свои комиссии, это один доллар. Да, вам нужно просто понимать, на какую, сколько у вас притов, сколько у вас доход, что если, например, у вас доход меньше доллара в день, то это невыгодно будет, потому что вы будете на комиссии больше тратить, чем это, да, тогда вы будете приходить не каждый день, а будете приходить, не знаю, раз в месяц, да, чтобы забрать 30 долларов, а заплатить один, тогда это плюс-минус выгодно. Или раз в неделю забрать 7, а отдать один, потому что каждый раз, когда вы будете забирать, забирать вознаграждение, вам все равно придется заплатить 1 доллар. Минимум, да, это комиссия смарт-блокчейна. Ну, вот такая вот система. Поэтому нужно будет четко просчитывать если вы там взяли самый маленький пакет, то конечно вам вы будете приходить реже но опять же все равно за все время заберете. это пассив. Это пассив, который будет, о, о котором все мечтают. Да, в принципе здесь не нужно, ни зачем следить, не иметь какого-то опыта, не смотреть на мониторы, не искать точку входа, выхода. Даже если вы сделали ошибку, у вас э, через неделю, через месяц снова появится определенная сумма, которую вы сможете повторить. Да, при этом, э, при этом, если вы, например, на бирже продали не так дорого, как хотели, то через сплитов вам снова накапывают монеты и потом курс вырастет. Но продадите дороже, как хотели. Здесь совсем другие возможности открывают. Ну и конечно можно за счет системы апгрейдов, конечно масштабировать, да, когда вы можете докупать сплиты, создавать, увеличивать ваш лимит. Опять же, из тех же ультим, которые к вам пришли, не брав новые средства в руки, то это, конечно, очень система сильная масштабирование, да, это очень хорошо. Ну и конечно вы можете передать даже, зарабатывать, еще и передать в наследство. Даже можете разделить это как-то частями, да, что и там зарабатывают, и вам еще что-то капает. Всегда помните, чем больше сплитов, тем больше доход, чем выше, чем больше ультим, тем э, в монете ультима, тем чем выше э, э, стоимость ультимы, конечно, тем больше ваш доход. И теперь те самые золотые правила. Это очень важно. Мы входим в зону криптовалют, мы входим в зону именно блокчейна. Здесь есть две вещи: это золотые правила и это халвинг. Вот если вы будете следовать этим стратегиям, у вас будет все хорошо. Почему? Потому что когда вы понимаете, что нужно покупать дешево, продавать дорого, вы не будете сливать, да, и, и, и уходить в минус. Когда вы понимаете, что вам нужно держать токен до тех пор. Когда, или там, ну, когда у вас цена там выросла в 2, в 3, в 5, в 10 раз, вы должны понимать, что если вы продаете, даже если к вам каждый раз приходит, то ну, подержите, не обязательно продавать по 10, продайте по 30, сделайте ваш x3, пусть вам накапает. Потому что, почему это важно попридержать? Потому что в систему уже заходят еще люди, и они могут разбавить вашу, ваш доход. И вы вначале можете получить огромную кучу монет, а потом, когда придет, например, не миллион, а 10 или 100 миллионов, или миллиард человек, то у вас доля может создавать быть маленькая. Все равно это доход. Цена, понятно, будет поднебесная. Там, я думаю, что там при. Ну, мы рассчитывали, там, при 5 миллионах пользователей у нас там цена чуть ли не до миллиона доходит за один токен. И вам не послышалось. Поэтому здесь нужно очень грамотно к этому подходить. Дальше. Если вы видите, что просела где-то цена, докупайте. Если видите, что вам прям прет, прям куча токенов поступает, там, отовсюду, попридержите, сделайте стратегию. Дождитесь, пока курс скаканет, пока халвинг придет. Сейчас вот следующие 4 месяца до февраля вообще нужно накапливать, 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 накапливать. Почему? Потому что потом с 50 монет в день снизится до 25. Представляете, какая истерика начнется у тех, у кого, которые только заходят. У них вообще монет не будет. А у вас кубышечка полная. И курс хороший. Понимаете? И вы можете за несколько месяцев сделать там, то, что некоторые за год, или там, за 5, или за 10 не делают. Это все зависит от стратегии. Это крипторынок. Вам нужно к этому адаптироваться. Никогда не продавайте токен в минус. Если вы видите, что, что вы еще не, не окупились, что у вас еще минус, у вас сразу подождите, поддержите, ждите возвращения цены, никогда не продавайте в минус. И пятое правило, никогда не нарушайте золотые правила. Я, когда пользуюсь этими золотыми правилами, неважно, как говорится, сгорел дом, не продавай крипту. Нужна операция на почку, не трогай крипту. Вот настолько должны доходить в сознании. Да? Пока ты не сделал X3 или X10, минимум X3, нельзя выходить. Вот хоть ты убей, нельзя выходить. Вот, э, вот так это все построено. А теперь спросите, ну хорошо, а гарантия-то где там, то, что там цена вырастет, друзья, это и есть система хаулинга. Она, она пришла, не я ее придумал, она пришла к нам из биткоина. Каждый раз, когда монеты становятся все меньше, 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 меньше на рынке, а людей больше, 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 а это количество сплитов, цена улетает в небеса. Почему? Потому что все хотят пассивный, пожизненный доход. И они и, и даже люди, которые не покупают сплиты, они все равно покупают монеты, потому что не стоит вопрос купить монету или не купить ее однозначно надо покупать. Вопрос стоит брать сплиты или не брать, да или просто подержать. Все, кто хочет сделать, я показывал графиком одноразовую сделку там взять и уйти, ну, пожалуйста, держите. А те, кто хочет выстроить для себя долгосрочную историю, которая построена на росте курса то и, конечно, сплиты, но это, это... Поймите, такой технологии ни у кого нет. И это, ну, это просто... Это... Вы напишите в чате, что вы об этом думаете. Самое главное, первый хаулинг, первая у Половинина уже происходит 1 февраля 2024 года. Друзья, у нас сейчас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Пять месяцев. Причем, что а, раз, распределение оно будет в октябре начинаться. Поэтому четыре месяца 120 дней, за 4 месяца вы глазом не успеете моргнуть, как оно наступит. И я уверен, что вот этот вот декабрь, когда вы все будете понимать, что через месяц халвинг, да там будет такая истерия, там будет такая гонка, там будет просто, а там курс еще будет шарашить, потому что все будут понимать, что сейчас курс будет лететь просто в небеса, потому что халвинг. Вот такая вот история нас ждет с нами, нас всех. Поэтому, друзья, я вам говорю, нужно становиться китами. Киты это те, которые имеют большие портфели, большое количество ультимов. Сконцентрируйтесь сначала, получить одну ультиму, и потом накапливайте, чтобы у вас было 10, а потом 100, а потом 1000. Понятно, что в нынешнем, в нынешнем, с нынешней ценой 7000 1000 это 7 миллионов долларов. Я про это и говорю. А как вы думали, становиться китом легко, поэтому у нас есть дополнительные инструменты, типа бизнес-модели. Я хочу, чтобы вы просто поняли, что я когда вначале сказал, что мы открыли вот эту отмычку да, к этой системе, мы долго это изучали, и мы изучали биток, мы изучали биткоин, почему он такой, почему он работает. Здесь нужно две, две составляющие, которые у нас еще нет, и мы над ними работаем. Это комьюнити и это ликвидность. И мы вот как раз над этим сейчас работаем. Да? Вот именно сейчас мы увеличиваемся с 2 миллионов до 100 миллионов. Ну и ликвидность, соответственно, растущий курс. И комьюнити – это и есть ликвидность. Да? Все Комьюнити придет, она ликвидность эту принесет, и токены заморозятся на много-много лет. У нас сейчас 2,8 миллиона, у биткоина 50 миллионов. Однозначно победил. Да, вот здесь мы еще не дорабатываем. Но у нас всего 100 тысяч монет, а у него 21 миллион. У нас в обращении всего 20%, и то это без учета, без учета, 3% то, что постоянно откладывается с каждой транзакции. Я думаю, что лет через 10 у нас будет. 5%, От 5 до 10 монет на рынке, а 90% будет заморожено в нашем пуле ликвидности. А у биткоина все 100 Поэтому он так летит вниз очень часто. Также у биткоина нет 3% скажет транзакций, которые убираются с рынка. А у нас есть. Помимо того, что у нас 100% 100, 100 тысяч токенов, из этих 100 тысяч токенов каждой транзакции постоянно в эту кубышечку, в этот, в этот пул ликвидности на 50 лет плюсом. Убирается, 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 убирается. На наш век они уже не выйдут. Ну, на мой точно, на ваш тоже. Вот, поэтому, и, конечно, ежедневное предложение, которое поступает на рынок. 50. 50 монет в сутки. У биткоина 900, а у нас 50. А через 4 месяца, через 5 месяцев будет 25. Да, у него там где-то через 6 месяцев тоже будет 450. Но вот у него 450, а у нас 25. И следующее у него халвинг через 4 года, значит, в следующий раз, когда у него будет условно там 200, 275, да, то это будет через 4 года. Когда у него будет 275, у нас через 4 года будет одна монета в сутки. Мы будем в 275 раз при, это, опережать биткоин по количеству монет, которые выдаются на рынок. И вот и посмотрим, кто первей побьет отметку миллион долларов за одну монету. Мы будем бороться за это. И здесь очень важно понимать, что у нас есть четкие преимущества. Биткоин майнинг недоступен уже простым людям. Нельзя добывать эти монеты. Хотя иногда случается, что кто-то добыл там, одиночный майнер что-то там добыл. Но это в виде сенсации везде. Обычно это огромные майнинговые фермы, которые потребляют невероятное количество энергии. И вообще это, конечно, не очень хорошая история. Хотя монета, конечно, сумасшедшая. А у нас все просто. У нас нет никакой энергии. У нас есть система, где люди просто посылают между собой туда-сюда монеты бесконечно, они покупают продукты, они путешествуют, они передвигаются, они отдыхают, они просто пользуются платежными инструментами, у них у всех есть сплиты и вот за счет этих всех транзакций за счет блокчейна они их зарабатывают не прибегая к тому, чтобы выжигать нашу природу. И самое главное, самое главное, что наша модель, биткоин рассчитан до 2125 года. Мы рассчитали нашу модель, ну, практически на, на столько же, на 125, на 120 лет дольше. У нас по нашей математике, когда выходят 50 монет за 150 дней, это 7600 монет, Потом выходит 25 за 360, это 9 тысяч монет, 12 э, монет, 360 дней, это 4 тысячи монет, потом 2 тысячи монет, потом 1000 монет, а потом мы переходим в 28 году на одну монету в день, это 360 монет в год. И на тот момент у нас мы ожидаем по нашим математическим расчетам, что э, что копилочка, что э, что пул ликвидности делегированный заполнен э, в нем лежит 82 тысячи токенов. Вот и считайте. Если туда ничего не будет поступать, то, этой, то этого пула хватит на 227 лет. У да? меня не будет, уже всех вас не будет, возможно, наши уже два поколения сменятся, а монеты все равно будут поступать, и система будет работать. Нужно просто, вот это и есть сила, сила блокчейна. Поэтому, когда вы говорите, подумайте сейчас, «Ничего себе, Алекс, с ума сошел, 2255 год нарисовал». Я просто говорю, на, на что мы закладываем математику. Друзья, биткоин тоже э, заложен был э, на почти, сколько там, тоже на 150 лет. И, и э, его создатель тоже не доживет до конца биткоина, но биткоин живет и будет жить. И еще много криптовалют переживут всех своих создателей. И мы идем по такому же пути. Но здесь нужно четко я сразу говорю, как мы будем распределять. Да? Очень, очень важно, чтобы вы понимали начальное распределение. У нас будет изначально 100 тысяч монет. 80 тысяч сразу отправятся в пул. 10 тысяч останутся еще в компании, потому что у нас есть э, обязательства перед э, добытчиками, перед фермами. Фермы еще работают там, по 5, 5 лет. Поэтому 10, мы высчитали, это примерно 10 тысяч монет, которые фермы за эти 5 лет еще напечатают. Именно поэтому мы сделали первый халвинг не 12 месяцев, а только 5, да, или там, 4. Понимаете, да? Именно, по, именно поэтому, чтобы амортизировать эти фермы, которые работают. То первый халвинг происходит не через 12 месяцев, а через 5. Это очень важно понимать. Да? Таким образом, мы сохранили модель цельную. И 10 тысяч останутся также в компании для маркетмейкинга. Что это такое? Мы должны, к сожалению, вначале помочь рынку. Потому что если мы не будем сейчас помогать рынку немножко стабилизироваться, что это значит? Просто стенку ставить сверху, чтобы цена не улетала в космос. Потому что, когда мы запустимся с вами 1 сентября, у нас цена будет 100 тысяч. Ну, практически за первую неделю. Но этого нельзя допускать. Ну, вы понимаете, нельзя этого допускать. Да? Потому, что, потому что у нас с вами есть комьюнити, которые 2,8 миллиона сейчас будут заходить. Почему они будут заходить? Потому что мы смарт будем сейчас давать выдавать в большом количестве, потому что у нас ä, имеется комьюнити, у нас есть промо, которое сейчас вот мы с вами говорили, они просто, она просто будет все сметать, потому что там соотношение 1 к 5, да? одну лицензию покупаешь и 5 контрактов, ты можешь все заключить. Поэтому спрос будет на контракты сумасшедший, а это же все ультима, цена будет шарашить вверх, и ее надо держать. И, конечно, у нас еще есть бизнес-инструменты, которые мы будем предоставлять, там еще куча всяких инструментов, которые, ну, которые пушат заключение контрактов со стократной скоростью. Не там даже не с пятикратной, а со стократной, а то и больше. Поэтому нужно просто планку сверху держать, потому что если наша монета улетит слишком быстро в космос, ну, это плохо. Она должна медленно и долго расти. Поэтому мы чуть-чуть Чуть-чуть, чуть-чуть приостанавливаем. Опять же, сил у нас немного. Да? Это всего 1000 монет, которые будут ограничивать э, курс до 10 тысяч. Это всего лишь оборот 10 миллионов. Да? 10 миллионов сделал, все, можно свободно дальше расти. Следующая граница будет на 20 тысяч. Это всего лишь 20 миллионов. Сделали 20 миллионов оборота на рынке. Э, все, пробили стенку, дальше пошли. Следующие 2000 монет на курсе 50 тысяч. Потом 2000 монет на курсе 100 тысяч, как стена. Ну, потому что когда, я про почему там нужно сделать, когда мы добьемся, когда мы дойдем до 100 тысяч, у людей просто, у них просто послетают все, э, вся резьба, как говорится, все послетает. Ну, представьте, монета стоит 100 тысяч. Просто мы, мы знаем, как это происходит. Когда монета достигает 100 тысяч, начинается просто абсолютная на рынке истерика. Там, там просто начинается ну, что-то невероятно. И это, и это вот невероятно надо сдерживать, потому что люди начинают прям хапать, начинают скупать, начинают все это. И, и начинает цена шарашить просто очень сильно. И мы должны этот момент сдержать, да, чтобы успокоились, чтобы понять, и чтобы она потихонечку начала дальше расти. Потому что мы не хотим, чтобы люди покупали все за басословные, да? Вы дороже рынка, да? потому что монета сразу будет перегрета, и мы должны чуть-чуть дать возможность все-таки этот накал маленько остудить. Дальше, еще 2000 монет на границе 500 тысяч, ну и 2000, если монета достигает отметки 1 миллион долларов. Там должна быть тоже стена, потому что там планируются просто невероятные маркетинговые кампании, когда ну, мы станем самой дорогой монетой в мире, и там у меня есть очень крутая штука, которую я вам сейчас не расскажу. Но э, мы на весь мир это хотим объявить, и там мы должны будем приготовиться, что к нам придут, возможно, даже сотни миллионов. Да, нашего комьюнити. Мы должны к этому моменту тоже быть готовы. Я не говорю, что оно там произойдет завтра, но если это произойдет, мы должны готовы, потому что я один раз уже в жизни был не готов и не было у меня такой стены, не было этих ресурсов, и вы знаете, вы знаете, чем это все обернулось, сумасшедшим взлетом просто там безудержным. Поэтому нужно сейчас сделать все контролируемо хотя бы немножко. И самое главное, что вы должны понимать, что эту, эту, монет, эту систему мы затачиваем ну, практически навсегда. Вы скажете, а не бывает систем, которые работают всегда. Мы тоже так э, считаем. Но если есть пул, из которого 227 лет способно что-то капать, и есть 3% от всех транзакций, которые обратно возвращают этот пул, то и мы посчитали, будет, я высчитаю, скажу когда, точно дату, когда-то Количество вот этих 3 процента будут превышать одну монету, которая выходит из пула. И тогда пул начнет полностью ну, поедать все монеты, выкачивать все монеты до нуля из рынка. И тогда начнется еще одна история роста. Я думаю, что где-то ну, где через 10 лет на рынке останется реально 5 процентов. Монет, а в пуле будет 95, и оно будет уходить там ну, в направлении к нулю. Поэтому, друзья, используйте наши монеты, используйте нашу инфраструктуру и поймите одно: на рынке есть много всевозможных стейкингов, фармингов и тому подобное. Мы с вами много лет на фарминге тоже работали. Мы понимаем одно: что чем больше становится комьюнити, тем больше становится монет. Чем больше становится монет и больше комьюнити. И э, у нас тогда тоже не было этих инструментов сдерживания, то, конечно, давление на цену очень сильно происходит. И наша революция заключается в том, что мы создали технологию, при которой чем больше становится комьюнити, тем меньше становится монет и выше становится цена. Потому что монеты больше не печатаются. Они четко делятся поровну между каждым что каждый там, 100 миллионная комьюнити делит одну монету в день. Понимаете, в чем здесь фишка? Не печатает 100 миллионная комьюнити, 100 миллионов ферм, 100, миллион, 100 миллиардов монет, а 100 миллионная комьюнити делит одну монету в день. И, и также хочет заработать, также держит и ждет еще десятикратного роста, потому что там есть, там есть золотые правила. И самый кайф в том, что, друзья, мы сейчас, у нас мы сейчас только запустились недавно, у нас там несколько десятков тысяч уже людей зашло уже конкретно в систему. Ну, просто э, э, у нас сейчас переходит именно, перетекает старая комьюнити сейчас в новую систему. Это далеко еще до 2,8 миллиона пользователей. Они сейчас все придут, а мы сейчас их всех будем приглашать. И мы начинаем с вами не с двух пользователей, а с двух миллионов. Ну, почти с трех. И мы идем в направлении 100 И на этом все строится. А как же будем мы их приглашать? Очень просто. У нас есть в системе люди, у которых есть смарт-коины, которые делают свопинг из э, других монет. И у нас есть добытчики, которые все еще пользуются фермами. Так вот, все токены и коины, которые находятся в дешборте, а я имею в виду Ultima и Smart, они будут приниматься по фиксированному курсу. Ultima минимум 10 тысяч, но это скоро не понадобится, потому что мы уже практически доросли до 10 тысяч. А Smart будет приниматься по фиксированному курсу 10 центов. Не 1 цент, не 5. 10. Но только тот смарт, который в дешборте, поэтому не спешите его вводить на рынок, потому что на рынке, с рынка мы будем принимать смарт по нормальной стоимости. Теперь многие скажут, друзья, елки-палки, а у нас мало смартов, правда же? Но у нас мало смартов, но да мы еще и повыводили, а где же нам еще взять? Дело в том, что мы планируем до февраля, мы сейчас, мы, мы планируем за следующие, получается, два с половиной года весь смарт выдать. Это наш большой план. Мы опираемся на халвинг, мы опираемся сейчас на большой ажиотаж, мы, мы опираемся реально на то, что наша вся комьюнити сейчас придет. И поймите, смарт э, – это монета, которая, э, которая, где люди получают сейчас лицензию, но там же будет еще куча контрактов. То, вот, вот, именно это э, действие, которое мы сейчас делаем, она взвинтит цену просто до небес у ультимы. Соответственно, еще и смарт очень сильно прокачает. Поэтому мы э, всегда, я говорю, от и до, чтобы, чтобы иметь какую-то, э, такое ма маневренность, да, потому что наш комьюнити любит конкретно все определять, да, и конкретно, говорится, 20% обещали, не, не процента меньше, поэтому говорим от 10 до 20, на всякий случай. Вот, будем будем смотреть. Опять же, до это не будет, это не будет, это не будет конкретно там в сентябре или в октябре, 30 мы сейчас эти системы развертываем. У нас свопинг не был предусмотрен, сделан так быстро. Пожалуйста, проявите тоже понимание к нам, потому что, ну, потому что это системы новые, и многие функциональности у нас просто их нет. И мы идем навстречу нашей комьюнити, и мы их должны создать. Поэтому у нас плюс-минус до, 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 февраля 2024 года. Мы себе это назначили. По возможности, как только мы сможем выдавать больше, 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 мы это обязательно сделаем. Чтобы вы понимали, что мы, извините, что мы, не, мы не собираемся там 5 лет и все, всех морозить. Нет. Мы сейчас используем, да, мы использовали вот эту вот маленькую паузу, там 1-2%, чтобы немножко получить время, выиграть время. Сейчас мы окрепли, и мы отдадим сейчас вам огромное количество. И вы не выводите его из дэшборта, вы же получите его в дэшборт. И пойдите и, и, и используйте его по 10 центов. Конечно, если его выведете, ну, это другая будет история. Но опять же, я думаю, что если... Смарт не будет выводиться сильно из дешборта, и плюс у нас дополнительная система сжигания смарта. Я думаю, что он очень быстро восстановится на рынке, потому что ну, это, при, каждом, при каждой транзакции Ultima смарт тоже задействуется. Но это в другом вебинаре. Поэтому, друзья, у нас все круто, у нас есть своя э, э, roadmap, да, дорожная карта. Да, вы должны понимать, что эта дорожная карта она способствует способствует стратегическому накоплению монет. И мы должны понимать, что мы шаг за шагом сейчас запускаемся. Первый наш этап – это 1 сентября. 1 сентября, когда мы запускаем бизнес, запускаются, запускается промо, запускается а, сплит лицензии, это самое важное, да? за, все, начинается первое. А, все, запускается маркетинговый план, включаются вводы-выводы, и самое главное, мы должны, почему оно шагами запускается, устаканить свободный рынок. Это самое важное. Монета должна почувствовать, она должна амортизироваться, она должна окрепнуть хотя бы месяцок, она должна полетать туда-сюда, чтобы, чтобы понять, ага, я в рынке, чтобы вы поняли, что нет никаких ограничений, нет больше никаких лимитов и тому подобное. Все, свободный абсолютно рынок. Также мы должны дать монете дополнительные листинги, дополнительные биржи. Мы должны вработать комиссии все в кошельки. И, конечно, а ваучеры здесь они неправильно приделали, это во втором, это даже почти в третьем этапе. Во втором, в третьем этапе. И мы дадим возможность нашей монете стать прямо крутой на рынке. Помните наши программы, которые мы запускали, все, что ты покупаешь за ультиму, 50% скидка. Помните? Вот мы сейчас аккуратно... Это, эту программу начинаем восстанавливать э, в, на, на, на ваучер. Да, тот, ваучер там, за 1000 долларов, можно купить будет за 500, если э, использовать ультиму, Это очень крутая вещь, сами понимаете. Это на 50% можно покупать биткоин дешевле и все остальное. Да? Вот, поэтому, э, опять же, здесь не в ту колонку она попала. Игорь, пожалуйста, перенеси, я попросил вас в чате сделать, вы забыли. Вот. И потом второй этап – это… Это, это октябрь, друзья. Там мы запускаем сплит-контракты. Все, начинаются сплиты. Мы запускаем сплит-токены. Мы запускаем сплит-токен в кошелек. Мы делаем вывод. Да? Мы можем сплит выводить на кошелек. Можно получать награды. От блокчейна за сплит. Ну и, конечно, все награды выводить. Это, это вообще феноменально. Я вам говорю, это. Ну, октябрь будет просто огнище. Февраль это третий этап, где наступает первый халвинг. Когда вы увидите, что вау, было 50 монет в день, стало 25. Карл, Поэтому. Там же мы надеемся вернуть уже наши дебетовые карты обратно. Я надеюсь, что у нас уже появится и Apple Store, и CoinMarketCap, и десктопный кошелек, и холодный кошелек, и аукционы мы, я надеюсь, подкрутим к этому моменту. Посмотрим. Опять же, это не гарантия, стопроцентное обещание, это наш план. Если нам придется что-то передвигать, будем передвигать. На четвертый, на второй и третий квартал 24 -го года у нас планируется в апреле 13 числа ивент в Дубае, так что можно уже начинать готовиться. Также мы хотим запустить marketplace, travel платформу. Мы, к сожалению, туда и тоже передвинули, потому что ну, вот эти все. Продукты, которые мы сейчас запускаем, они намного круче и важнее для нашей экосистемы, чем даже Marketplace, Travel Platform, Crowdfunding, даже DEX и Ultimex и тому подобное. Также мы э, представим вам крутейший NFT-проект, NFT, э, проект, NFT э, Marketplace. Это будет очень крутая вещь. Вот, ну и... Все, в принципе, сегодня вам я все рассказал. Присоединяйтесь, не пропускайте. И самое главное, ждите 1 сентября. Осталось всего-то каких-то 9 дней. И легендарная акция начнется. Вам нужно просто понять, что мы с вами создаем гипердефляционный токен, которого в мире ну, его нет. Вы задайте гипердефляционный токен в интернете, вы не найдете. Есть дефляционные токены. Это биткоин и BNB. Два таких, но они просто дефляционные. Биткоин за счет халвинга, так у нас тоже есть. Это же в четыре раза жестче, да, агрессивнее. И BNB, который просто за счет своей бизнес-модели выжигает там на сотни миллионов долларов, свои, выкупает свои токены и просто сжигает. вот и вся дефляция. Нету, нету условно бинанса, нету дефляции. А у нас дефляция построена вся в системе. Да, там не нужно никого выкупать. Оно само выкупается, 3%, и, и уходит в заморозку. Поэтому поэтому вот так. Ну что? Так, 3% это вечный двигатель. Так, так, так. Ам. На вопрос, кому нужен Смарт? Друзья, Смарт это уникальная монета. Мы просто сейчас еще не смогли все запустить в целом. Вот мы запустим эту систему, когда вы поймете, что каждый, каждая транзакция не только 3%, Наверное, это надо сделать в презентации. Я, наверное, сейчас сяду и доделаю этот слайд. Игорь, приготовь мне скриншот от кошелька, где мы, где, где смарт тоже сжигается. Друзья, скажи транзакции Ultima. Вот я вам скажу так. Вот с каждой, вот она, вот смотрите, вот с каждой вот этой транзакции Ultima, Яна, Так, да ладно, вот возьмем даже все наши проекты вот здесь. В каждой транзакции в каждом в нашем проекте сжигается 3, замораживается 3% ультима в, в пуле. И 2% в смарте сжигаются. Итого 5%. Поэтому потерпите чуть-чуть. Вы же видите, что мы реально здесь делаем мега-мега экосистему. И в отличие от всех остальных, за 7 лет мы никуда не делись, мы никуда не сдались, мы идем и мы добиваемся своих целей. Легче всего поднять ручки и убежать и спрятаться. Но мы этого никогда не сделаем. Я вам говорил, что мы никогда не остановимся, никогда не прекратим, мы никогда не сдадимся, пока не победим. Посмотрите, какую систему мы сделали. Нас можно критиковать до, 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 сколько хотите, но мы единственные, которые остались на рынке. И мы единственные сражаемся и никогда не сдадимся. И такой системы, ее нет. Ни у кого. Поэтому... Не хотите присоединяться? Да не присоединяйтесь. Значит, вы будете не в этих 100 миллионах. Ну а те, кто понимает, насколько это круто, те уже готовят ультиму, чтобы 1 сентября по максимуму жахнуть. Так. Спасибо. Спасибо. Ну вот смотрите, давайте вот четко, конкретно. Просто сейчас много этих самых я открыл, а тут это самое так. Очень круто. Что с блокчейн-местами? Евгений, для блокчейн-мест тоже будет решение. Просто не в этой презентации. Чуть потерпите. Сейчас с этим разберемся и вернемся к этому. Там у нас тоже очень крутое, классное решение. Боюсь такой гипердефляции. Нам токена не хватит. Вот оно что. Видите, начинается. Боюсь, что не хватит. А значит, он будет каким? Очень дорогим, очень дефицитным. Если покупать ультиму где ее держать до 1 сентября? Ну, у нас же есть кошельки уже в Google Play Маркете. Берите себе Android. Опять же, сейчас э, э, будут такие вопросы. Ой, у нас сейчас кошелька нет в App Store, нужно покупать Android. Друзья, вы собираетесь зарабатывать здесь басословные деньги? Возьмите себе за 20 баксов какой-нибудь Android, и ваши токены там будут в безопасности, потому что установить кошелек на ваш ходовой телефон это самое безответственно, что вы можете сделать. Его можете потерять, у вас могут его украсть, у вас могут там что-то стащить, подсмотреть, изъять в конце концов и тому подобное. Понимаете? Ну, это не знаю, отобрать там на улице, понимаете? Поэтому у вас должно у вас это как ваш сейф, он должен у вас быть. В таком месте, где, где вообще ни в каком метро он не должен появиться, он не должен где-то открыться или там экран высветиться, или еще что-то. Это ваше укромное место. Поэтому возьмите себе новый прибор, он не должен быть там тысячу баксов стоить, и на нем все, а, начинайте работать. Еще раз, это ультима бизнес. Когда вы открываете свой бизнес, вам тоже нужно кучу всего купить на, на десятки тысяч. Здесь нет никаких инвестиций, да, в этот самый, в в принадлежности. Взяли себе телефон и работайте. Можно ли смарт продавать? Будет, можно и продавать. Обязательно. Так, так, так. Так, 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 так. Здесь сейчас я взял одну фотографию. Просят тикеты забрать. О, вот классный вопрос. Александр, спасибо. Как в сказке что-то не очень верится, биткоин невозможно победить, как можно сравнивать биткоин с ультимой и с мартом? Друзья, мы не побеждаем биткоин. Наоборот, мы у него учимся. Но посмотрите, сколько монет на рынке. Не один же биткоин успешный, эфир успешный, трон успешный, Dash, Monero и тому подобное, да? Litecoin и тому подобное. Они все успешные по-своему. И там тоже миллиардные капитализации. У нас не только один биткоин. Понятно, что они сейчас за ним выстроились в ряд и идут да, к паровозикам. Но мы же говорим о том, мы же сравниваем себя не с монетой, а с моделью. Да, с технической и экономической моделью, и мы можем, э, мы можем создать систему, которая будет с ним конкурентоспособна. Почему нет? Но это все равно, что смотреть на чемпиона мира и сказать: я никогда не смогу стать чемпионом мира. Он посмотри, какой он сильный, у него какие мускулы, как он бьет, да он уже 10 лет чемпион, да когда? Ничего подобного, молодые ребята говорят: да я побью их всех, и тренируются, не спят, не едят живут только этой мечтой и побеждают. Поэтому, если думать так, конечно, ничего нельзя создать. Да? Но, опять же, в мире криптовалют есть не только биткоин. Биткоин, бог криптовалют, не спорим. Мы нисколько не собираемся с ним сражаться. Поэтому вот так. Так, друзья, я хотел... Э, так, новость, Ажбело, кружительно. Термины новые, что Вау понимается, но технологии, ух ты, как ваша головушка придумала. Знаете, побаливает, Побаливай. <побаливает> да не, <я> шучу. <побил> так, супер смарт, супер ультима, супер Алекс, спасибо. Так. Друзья, смотрите, у меня, к сожалению, чуть немножко затянул. Давайте по маркетингу мы сделаем с вами отдельный созвон, потому что сейчас я, наверное, маркетинг не успею. Да, не успею. Так, зато в истории на ревью у нас уже есть про несгораемый Олег. Да, это, это потом, это будет, потом вопросу, расскажем. К вопросу про смарт просто люди спрашивали, зачем. То есть вот первая вещь скоро, скоро появится в истории. Да, друзья, мы смарт усиливаем. Смарт это очень мощная монета и ее нужно усилить. Потому что на нее сейчас тоже свалилось много, в нее сейчас свопается очень большая ликвидность. Вот, и поэтому ее нужно усилять более фундаментально. Мы это делаем. Мы это делаем. Чуть-чуть потерпите. У Смарта своя, своя, свой путь, и он тоже его пройдет. И Ultima ему в этом очень сильно поможет. Так, за Смарт можно будет покупать лицензии? Да, можно будет. Алекс, ходите в церковь, попросите благословения для вашего проекта. Друзья, каждый день прошу. Вы просите тоже. Так что все будет круто. Вы чего? У нас такая технология. Сейчас смарт фиксированная цена так и будет на Консбите. На сбите, да, но на других биржах все будет свободно. Так что вы не волнуйтесь. Так, все поняла. Классно. Ждем старта. Отлично. Алекс, очень круто. Обожаю вас. Спасибо. Супер когда появится смартфон на iPhone. Друзья, работаем каждый день. Так, про ваучеры, на, про эти самые. У нас сейчас с Ultima Members некоторые задержки. Мы сейчас пересчитываем балансы и уже скоро э, дадим альтернативные ваучеры на Binance. Чуть-чуть да? потерпите, э, там просто ну, так бывает, да? сбои в поставках бывают, поэтому мы сейчас это все пересчитываем, подхватим и равнозначно все заменим. Да? Так что ни о чем не волнуйтесь. Алекс, огромное спасибо за супер проект, Пусть все ваши идеи воплотятся наилучшим образом. Благодарю за вебинар люди, верьте в чудеса, они исполняются. Друзья, верить одно, надо работать для них, и мы работаем. Надо пахать. Да, пока, я еще раз скажу, посмотрите на меня, пока другие обсуждают, пока другие там не верят, пока другие что-то делают, я пашу. День и ночь. И, знаете, говорят, некоторые говорят, вот ему везет. Да? Чем больше я работаю, тем больше мне везет. Присоединяйтесь, все будет круто. Мы создали с вами абсолютную уникальную технологию. Мы с вами подобрали отмычку к этому ключу. Полетели. Все зависит от нас. Давайте жахнем. Но энергия же есть в нас, в нас есть желание, в нас есть этот голод. Пойдемте выйдем и всех победим. Но мы же самые крутые на рынке. Нету круче нас, больше, сильнее нету, и такого продукта нету ни у кого. Пошлите и всех победи. Рассылки будут. Да, будут будут рассылки. Карты пока на 3-6 месяцев, они пока в заморозке. Да? Мы, там идут разбирательства. Опять же, это сторонняя компания. Они решают вопрос. Ну, я думаю, все будет нормально. Ну, опять же, наши карты, я же вам сказал, в рот мапе у нас есть уже еще дополнительные решения, возможности, так что карту мы вернем, я надеюсь, там, 3, 5, 6 месяцев. А в течение полугода, я думаю, что мы должны вернуть. Спасибо, 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 спасибо большое. Спасибо. С блокчейн-местами чуть позже. Мы работаем. Есть решение, но пока еще не озвучиваем. На разных языках все будет. Да, все. Друзья, большое всем спасибо за этот вебинар. Полчаса осталось до следующего. Нужно чуть-чуть мне перевести дух. Не успею просто маркетинг сделать. Отдельно соберемся. Так что всем большое спасибо. Надеюсь, вам вебинар понравился. Ну и я думаю, что. Продуктовая, продуктовая запись моего вебинара она вам как никогда кстати тем более 9 дней осталось 9 дней причем сейчас самое главное именно приглашать людей кто хочет заниматься бизнесом клиенты сами придут да? они все придут потому что когда мы вылетим на отметку 20 тысяч 30 тысяч 40 тысяч будет просто головокружительная эйфория поэтому все готовимся Ваша задача сейчас зарядиться по мощному и со мной выйти в этот мир и просто, ну просто э, привести 100 миллионов пользователей и мы победим. Так, спасибо всем большое, большое, большое супер вебинар, просто космос благодарю всем счастливо до следующего вебинара.